Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и это Dana Here, да, это у нас последнее турнирное существо, то есть я его получил, вот так вот он выглядит, смотрите на показатели, на паузе, кому интересно, похож на ленивца, как будто у него там водоросли в шерсти, да. И вот так вот он выглядит, кстати, блин, прикольно выглядит, его сейчас они перерисовали, я что-то не помню, чтобы он так выглядел. То ли я привык на него смотреть всегда вот в таком каком-то варианте. Мне он уже больше привычен так, как он выглядит в этом, в Jurassic World Alive. Там он такой вот серенький, невзрачный какой-то. Ну а вот этот вообще прикольный. Мне нравится. Так, давайте, может, даже почитаем про него. Так, в 1965 году была обнаружена пара крупных верхних конечностей. Они послужили причиной возникновения... Название Dana Here, что означает ужасная рука. Ха. А, ну типа Dana ужасная, Here, вообще-то, Here, в смысле Hands, как-то так. Странно. В 2014 году, почти через 40 лет после того, как были найдены верхние конечности Dana Here, археологи обнаружили два полных скелета. Это прикольно. Вы знаете, что Dana Here принадлежит группе динозавров, похожих на современного страуса. Это и так видно. Dana Here обладает маленькой головой, крупными глазами, длинной шеей и клювом. Это один из самых быстрых динозавров. Ну вот как-то да, не кажется вот эти вот резинозавроиды очень быстрыми, кстати. Ну а давайте как мы сейчас... Тогда, раз такие дела, мне прям аж самому интересно вспомнить, я уже и забыл. А, ну травоядные, все правильно. Давайте сейчас мы найдем. Ну вот Галимим должен быть точно быстрее. Так, тот же Унайзавр быстрый. Так, ну давайте сейчас прочитаем про. Прочитаем про Терезинозавра. Потом Эрлика и Сегнича. Давайте сейчас сравним их всех между собой. Вот, первый из него делается гибрид, как вы поняли, саразинозавр. Я уже забыл. Вот, да, большие глаза здесь четко видно. Прорисовались текстуры. В общем-то, такие прикольные они. Прикольные. Dana Here более пушистый изначально, да. Давайте тут прочитаем. Терезинозавр переводится как ящерица-косарь. Так, вы знаете, что у терезинозавра внушительные передние конечности? Они имеют длину 2,5 метра и заканчиваются почти метровыми когтями, что соответствует длине человеческой руки. Ага, высота более 6,5 метров превосходит взрослого жирафа. Это, конечно, впечатляюще. Весит около 3 тонн, то есть больше, чем современный носорог. Вот терезинки вообще в реальности, наверное, выглядели божественно. Прикольно. Если там... Трицератопс похож на слона, да, там, то терезинозавр это что-то очень необычное, как по мне. Так, Dana Here прочитали. Давайте Эрлика теперь. О, у меня их всего 3. А, вот такой вот у нас. Из него делается гибрид. Эрлифозавр. Так, кстати. Давайте посмотрим. Вот так. Ну и тут голова как у казуара у него. Тоже такой с перышками. А ну-ка, на первом уровне тоже с перышками. О, вообще очень похож, только не горбатый, как и Dana Here. Читаем. Эрликозавр единственный из стегнозавров, обнаруженный с полным черепом. Прикольно. То есть он даже как стегнозавром, не к терезинозаврам, да? Так, останки эрликозавра были найдены в монгольской впадине Байшинца в 72 году. Вы знаете, что эрликозавр назван в честь владыки демонов Эрлика из монгольской мифологии. Прикольно. И мифологический владыка демонов. Эрлик известен в Монголии так, как бог смерти подземного мира. Странный выбор для названия травоядное. Ну да, это, наверное, у монголов нужно спросить, почему они... такое решили сделать. Или кто там был его первооткрывателем. Так, Эрлик и вот Сегнич у нас последний из этой группы.
Так, самый пушистый, как я вижу. Давайте покормим его. Ну, что, прикольно так нарисован, прорисован. Да, и вот так вот выглядит максимально павлиноподобный образ. Из него тоже делается гибрид. Сегнозух, самый сильный травоядный на данный момент. Так, вы знаете, что название сегнозавр означает медленный ящер. Она связана с размерами этого коренастого травоядного. Там нам только что писали, что Дейнахейр это там самый быстрый динозавр, чуть ли не, а тут медленный, как-то непонятно. 4 тонны и 8 метров, то есть он больше. Он крупный. Так, всеядное животное, его уникальные зубы идеально подходят для разрезания, пережевывания и разрывания пищи. Один из немногих клонов в мире юрского периода, у которого есть перья. Они варьируются по цвету от простых нейтральных тонов до ярких кричащих. А интересно, про какой именно мир юрского периода речь идет? В смысле, про именно просто про эту игру. Но тут довольно много кто пернатый на самом деле. Так, ну вот так вот с этими мы делами разобрались. А теперь давайте заглянем вот сюда. Так, ну как видите, у меня турниров никаких не осталось. Я имею в виду этот битву титанов. Здесь, кстати, ужас травоядных. О, кстати, давайте зайдем сюда. Нам тут предлагают тут травоядными нужно сражаться, ладно. Я думал, мы наоборот возьмем травоядных. Но тут надо минимум одного птерозавра брать. А там только птерозавры были на выбор. Очень прикольно. Все существа, ну да. Минимум один. А, ну он всего один. Ладно. Давайте попробуем сюда зайти. Пеликаниптерикс. Так, так и так. Два травоядных. Так, давайте сейчас возьмем травоядных. Так, кто у нас тут самый живучий? Давайте возьмем апатича. Потом возьмем вот сегнозавра. Легко, легко нашинкует. А вот вместо тебя возьмем все-таки хищничка одного. Они тут не шибко сильные. Одного такого хватит. А, так, снова нос закладывает. Надо успеть записать серию, пока меня нос не заложил. Так. Пеликаниптерикс. Агрессивный пеликаниптерикс. То есть он, типа, не хочет подменяться. Это не прикольно. Наконец, молодец. Мне же нужно апатича слить куда-то. Так, ну атаковать вообще бессмысленно. С такой-то атакой я буду его полжизни убивать. Так, ну он полностью открылся, все шикарно. Эх, получится ли нам пройти все три боя, сейчас узнаем. Раз, два, три, 11, 100, ну ё-моё. Не хочу защищаться, потому что Диморфодон меня за один удар, наверное, пробьет. Там у него 5,5, 5200 как раз. Но будет неприкольно, кстати, он сейчас не сможет проатаковать на 1 или 2. Вообще не проатаковал. Он подумал, что я все баллы в защиту поставил. А я идеально отработал. Идеально. 2 как раз мне нужно было. Ну давай. На 4. А почему на 4? Вот этот на 4, да? Хотя у меня тоже было 4. Хотя бы на 6 уже проатаковал. Так, и его величество, кстати, да, я же не зашел, не прочитал про сегнозуха. Давайте зайдем еще. Сегнозуха сейчас найдем гибрида. И прочитаем про него. Он же у нас тоже к Дейнахейрам относится. К Тильзинозаврикам.
Так, давайте сюда. Травоядные. Так, 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 так. Вот он. Перейти. Так, вот так выглядит на 10 уровне, как какой-то пришелец водоплавающий. Да, ну и вот так вот. Словарь, прикольно. Открывайся. Так, сегнозух, гибрид травоядного сегнозавра и земноводного пастозуха. Сегнозух не имеет перьев, в отличие от своего родителя сегнозавра. Это благодаря генам земноводного и его ДНК. Ну понятно, почему он так выглядит, как пришелец. Многие ученые соглашаются, что сегнозух довольно похож на вымышленного тиранозавра из фильмов про Годзиллу. Ну типа зубами разве что. Однако это сходство лишь генетическое совпадение. А, на вымышленного титанозавра. Вообще, тогда не знаю о чем, не смотрел. Из какого именно фильма про Годзиллу? Так, полностью улучшенный сегнозух имеет уникальный синий цвет. Это помогает ему прятаться в воде. Ну да. Так, а что значит словарь? Это, типа сюда перейти. Так, идем дальше. Так, дальше у нас битва классическая, так бы сказал. Давайте возьмем тебя. Теперь давайте возьмем хищника. Ладно, пусть будет два хищника. У нас тут Карли, да, 235. Можно укусить. Так, ну а теперь насобирать баллы. И побольше, побольше. Блин, это за урон. Да она, если бы своими зубами укусила, мало бы не показалось. Зубы больше, чем у тиранозавра. Так, церазина. Раз, два, три. Отлично. Ну, я его сохранять не буду, потому что карлик там бьет больно. Посмотрим, проатакует или нет. У нас 4. В прошлый раз не атаковал. А этот раз атакует. Такой кроваво-красный Хеллбой. Смотрели, ребятки, фильм Хеллбой? Я пока что нет. Ну, больше не надо. У него удар меньше 2000. То есть там будет где-то сила удара в пятерочку суммарно, с бонусами. Если мы пропустим 2. Вот так вот. Так, ну и последний бой. Вот такие вот дела, да? Ну, давайте так и пойдем. Давно мы не сражались по хигалозаврам, потому что он чертовски невообразимо. И прочие еще такие превосходящие формы слова долго освобождается. Невероятно долго он освобождается. 4 дня или 5, сколько там. Сейчас, кстати, узнаю. Ш
6 косарей, блин. Жутко, анкилодок это просто жесть, он круче индоминуса, ну даже индораптора. 2, ой-ой-ой, дело пахнет керосином, ребята. Хорошо, что он поставил защиту, и желательно, чтобы меня еще проатаковали. Тогда было у нас все в шоколаде. Молодчиночка. Давайте мы вот так сделаем. 2 титанов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что так мало проатаковал? А вот я идеально попал. Три. И тут даже не пробил. Ладно, ладно. Добьем тебя интераптором. Вот такие, в общем-то, дела, ребятки. Мы посмотрели на всех динозавров с длинными когтями. Алле-оп. Ну, на этом, ребятки, прощаюсь с вами. До скорых встреч.